Все еще чалимся. Пока ни одного байта не было. Что-то лодок много, байтов нету. Что-то странное. Ну, не знаю, сейчас будем идти, пойдем. Здесь есть бухточка такая хорошая, Сайпрес. Сайпрес Бэй называется. Почему Сайпрес? Потому что находится напротив Сайпрес Маунтин. С этого Бэя смотришь на эту гору, на Сайпрес. Потому Сайпрес Бэй. Тишина? Хорошо. Холосо. Голоси. Музычка какая-то. Чалимся. Там на заливе вот вон там вон. Там сейчас хорошая волна, очень большие, блин, с барашками даже. Ой, на яхточке потом погонять классно было бы. Вон там даже видно, вот яхта идет. Не знаю, видно вам или нет, конечно, это. Короче, вот эта яхта, парус торчит. Если присмотреться, видно, как ее качает. Короче, мачта вперед-назад, вперед-назад. Они идут против волны. Волна на них. Волна высотой в метр, блин. Короче, ну качели хорошие там. Классно. Все, люди подплыли. К масенькой лодочке. Конечно, опасно вот на таких лодках плавать, на таких волнах. Блин, не дай бог, захлестнет какая-то волна, одна, вторая, прям капец. Я видел, как они быстро тонут. Пару волн, блин, и все. И уже насос не справляется. Надо брать ведра и ведрами, короче, мукать. Там летит какой-то. На стульчик поставили, на стульчик сели. И чалимся. Ногой подруливаем. Периодически. Нам хорошо. Тоже старенькая, но с каюткой. Спереди каютка такая, лежаночка там можно полежать. Там туалет есть совершенно. Маленький такой. Портабл туалет называется. А у нас нету туалета. У нас туалет, вон там, где-то на берегу. Наверное, где-то так, где-то там. Вон бы такой домик стоит и свой пляжик такой. Ну, пляж свой не может быть в Канаде по канадским законам. Все, что затапливается приливами, это называется Crown Land. И Crown Land никому не принадлежит. Ты на нем можешь делать все, что ты захочешь. Ну, естественно, не трупы закапывать там, блин. Но вообще ты можешь камповать там на любом месте. Ты можешь. Арава. Ты будешь пляж ничей. Ты можешь пристать к любому пляжу. Нет тут такого понятия private пляж. Такого не может быть private пляж. Может где-то на озере, на non-tidal waters. Может быть, но здесь такого нет. Потому что тут приливы отливы. А приливы отливы в Канаде, как известно. Блин, почти 5 метров. Я имею в виду в Канаде. Ну, на British Columbia. На East Coast Pacific. На West Coast Pacific, sorry. На East Coast там очень большие отливы. Там отливы по 7-8 метров. Самые большие отливы на всей планете это на West Coast. На East Coast. На Prince Edward Island. Где-то там. Скучаю по яхте, конечно. На яхточке сюда приплывали. Вон ту, там бухта вот эта, куда мы сейчас идем. Туда на яхте приплываешь. Правда, идти с Ванкувера до сюда, блин, почти 3 часа, 2:45. На этой лодке, надувной, до сюда плыть 45 минут. Где-то. А на яхте, блин, и тоже, если качели, там тоже свой фан такой, если качели. На этой, я не знаю, вот как вы сегодня видели, идет, бежит по большим волнам, метровые волны. Правда, гладкие, без баранов, блин, но
со свистом летит она. Хорошо идет. Ладно, идем туда на Абэй, там свяжемся.